В Ульяновской области смягчают ограничения по коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указ губернатора вступают в силу уже сегодня. Так, торгово-развлекательные центры открыли вход для тех, кто не имеет сертификатов, переболевших и вакцинированных или ПЦР-теста. Правда, время посещения ограничено с понедельника по пятницу с 8 до 15 часов. Дети могут посещать театры и музеи без сопровождения родителей. Снимается также ряд ограничений для объектов общепита и кинотеатров. Кафе и рестораны смогут работать в полной посадкой. Кинотеатрам разрешено заполнение зрительного зала до 70%. При этом посетители должны иметь сертификат вакцинированного или переболевшего, либо отрицательный тест ПЦР. Гостям города и области теперь не нужен QR-код при заселении в гостиницы и хостелы. Молодожены смогут пригласить на регистрацию брака в ЗАГС гостей, имеющих действующий сертификат о вакцинации. Опираясь на условно-позитивную динамику, мы пошли на ослабление ряда ограничительных мер. Но подчеркну, о полной отмене ограничительных мер речи пока быть не может. Нужно держать руку на пульсе, особенно в свете того, что вирус постоянно мутирует. Так появился новый опасный штамм омикрон, которому подвержены уже переболевшие COVID-19. Все остальные установленные меры безопасности, предусмотренные указом, будут продлены до 1 февраля 2022 года.